Я был молод, уже не мальчик, но еще молод. Ни один день не будет теплее предыдущего, и ни один год не будет ярче своего предшественника. Возможно, это и есть мужская доля. Уходить. Он наполнил грудь воздухом, задержал дыхание и выпустил его молчаливым выдохом, выплескивая наружу все прошлое, перемешивая его с настоящим днем. Если я когда-нибудь вернусь, я надеюсь, что это раскроет ту часть меня, подобно мальчику, прильнувшему к материнской груди, не испытывая стыда. Без сомнения, это будет будоражить то, что было и то, что есть, навеки враждуя, боюсь, что их объединяет разрушительная любовь. Боюсь не почувствовать ничего, кроме дисгармонии их общения. Я боюсь этого больше, чем когда-либо боялся ее. Нам не следовало уезжать. Но что остается делать человеку, когда он остался ни с чем?